Есть какие-то группы лиц, которые, пользуясь положением, да, вот, когда люди хотят верить даже в самую маленькую зацепку, какой-то шанс любой хотят использовать. Люди пользуются, начинают, скажем так, эксплуатировать эти чувства их. И ссылаются на то, что у нас в плену, мы знаем, где тело, это не то тело. И из-за этого, конечно, очень много вот проблем появляется потом у близких. У нас есть факты, да, и я знаю, что уже многие лица и понесли наказание, знаю, что вроде как и работают органы в этом направлении. Ну, естественно, все равно они еще продолжаются. Хотел бы я сказать, посоветовать следующее. Сохранять рассудок и обращаться к специалистам. Это следственные органы, это вот даже в конце концов в нашу организацию можно обратиться. У нас есть телефон горячей линии, по-прежнему работает. Ребята, которые знают, уже изучили там нормативку всю и могут посоветовать. А также у нас же есть собственная база. Поэтому всегда, в любом случае, как бы не спешить никуда, не выполнять каких-то там требований, а всегда там перепроверять информацию.